ФСБ копает не на меня, а под весь синдикат. Один из трех человек из наших друзей является крысой. Пока я веду расследование, да, эти 7 дней, ты можешь остальным лидерам триады пока ничего не говорить? Ты вот что, все-таки с Юлей, да, остался? Да, ту свою жену бросил? Девушка, здравствуйте, они хотели ли познакомиться? Молодой человек, да, тебе или ко мне? Ну, к тебе, конечно. Что, ко мне? Куда, на помойку? Все как 20 лет назад. Когда я проснулся, Лина, как обычно, спала. Я не стал ее будить и делать ей чай, потому что она опять нахрен его выльет, но мне это нафиг не нужно. Сегодня нужно много чего сделать, поэтому я отправился сразу же к ребятам. Нет, погодите-ка, не к ребятам, да, сначала я позвонил. Позвонил одному своему старому знакомому. Алло? А, да. Алло, это Джеймс, узнал? Да, узнаю, что тебя интересует? У меня нужна от тебя одна такая вещичка. Да, ну это что, вещичка? Смотри, у тебя все еще есть под, ну, под Москва-Сити здесь, значит, да? Там помещение какое-нибудь, ага, такое, с хорошей звукоизоляцией, подальше от всех, чтобы никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Найдется такая помещенница? Ну да, что, хочешь одно такое арендовать? Ну да, знаешь, там на недельку-другую бы арендовал такое помещение, так, чтобы никто об этом не знал, знаешь, так, ни, там люди лишние не ошивались рядом, ты понимаешь? Да, конечно, не вопрос, тебе 5 лямов. Не, ну 5 лямов, 5 лямов, чего? Типа, не, да, чем, ну, типа, ну, подешевле, да, ну, типа, 5 лямов не потянуть. Подешевле. По-братски, ну, может, и комнат поменьше тогда помещение будет, ладно? Ну, поменьше, да, поменьше помещение, можно даже чуть поближе, не в самой глуши, но все равно, типа, чтобы, ну, было, окей? Ну, вот поменьше, ну, 2,5 где-то. 2,5 уже пойдет, 2,5, я согласен, в принципе, думаю, 100. Ну, вот и все, потяну, вот и договорились. А ты мне координаты скинешь куда, чё, где ключ забрать, типа, сейчас, ну, типа, скинь? Окей. Все, хорошо, да, деньги после уже переведу, договорились. Ну, ты меня знаешь. Хорошо. Я думаю, кидать тебя, да, не буду, да, да, зачем тебя кидать, я же не хочу потом проснуться где-нибудь в одном из твоих помещений. Да, все, давай, братишка, давай. Давай. Так, ну все, с этим разобрались. Теперь нужно звонить этих дебилов, чтобы они точно пришли к Берды сегодня. Так, кому сначала позвоню? Ну, сначала, наверное, наберу этому. Тимми с ним давно уже не разговаривал сейчас. А, алло, Тимми, Тимми. Алло, алло, Джеймс. О, Тимми, сколько лет, сколько звоним, брат. Ну, короче, что хотел сказать, Тимми. Че, ты сегодня придешь к 19 часам к Берды? Мы же договорились, братик, а, подгонишь? Да, приду, хорошо, без проблем. Ну все, ты смс-ку-то мою читал вообще? Да, я читал твою смс-ку, слушай, я подойду без проблем. Ну все, брат, все, ты уже начал переживать, что не придешь, да, да, пацаны вроде сказали, что подгонят, как бы, ну, я думал, там вместе нашу старую тузу собрать. Ну все, бро, да, давай, будет давай, круто. Давай, 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 ждем тебя, ждем, ждем, давай, давай, так, хорошо, хорошо, так, все, Тимми за, нужно позвонить еще этому Брэндону, Брэндону, да, Брэндону позвоню сейчас. Так, алло, Брэндон. Ну кто там, о, да, привет. Да, это я, Джеймс, Брэндон, слышишь, такое дело, ну что, мы сегодня в Империи там встречаемся у Берды, а, старый добрый, а, братик. Да, конечно, я планы все отложил, все нормально. Ну все, отложил там свою личину. Ну давай, ну все, хорошо, жду тебя там, как бы, да, братик? Давай, до встречи, черт. Все, все, давай, давай. Так, хорошо, с этим разобрался. Так, ну и последний, Томас, давай, не подведи меня, Америко самое. Так, 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 хорошо. Алло, Томас? Алло, алло, а, да, фух, а че, алло, что, да? Что такое, ты приболел, братик, что случилось? Не-не-не, я не приболел, мне сейчас очень хорошо. Очень че, хорошо? Что ты хотел? Ну, я потом расскажу. А смс-ку-то мою получил? А, да, получил. Как договаривались у Берды сегодня. Да? О, нифига, прочитал. Я думал, опять как обычно проигнорил. Ну все, я, да, наверное, сразу пойду, там випочку займу, все дела. Подгоняйте к 19, там думаю, ребята тоже будут. Да, да, здесь да. Сеня еще вижу, с нами, хорошо, будет. Сеня еще с нами будет. Представляешь, Сеня, да, вот. Ну, круто, круто. Да, 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 да. Синяк будет с нами. Пойду сейчас за ним зайду, как раз. Синяк. Ну, ты не смотри, у нас уже на часах-то сколько, а, видал? Типа, нужно уже, я думаю, собираться. А, да, уже надо выходить. Но я уже готов. В принципе, я сейчас доделал все свое дело, которое нужно было сделать. И все, я готов полностью. Ну все, брат, все, давай, 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 все, давай. Давай. Давай, давай. Так, а мы пока заедем за Сеней. Опа, я думал здесь увидеть, да, Юлю, вот, Ю... да. А ты здесь сегодня сидишь, смотрю, работаешь, да, да, работаешь? Ну, да, что ты такой, что ты такой работягин тут сидишь, а, чё, ну давай, зови на свою жену, пусть, ну, садится. Блин, она уехала, чё, господи. Куда уехала? Меня тут одного оставила, что одного? Ну, у тебя совместный бизнес, да, ну, в принципе, логично, ну чё, ну куда уехала-то? Да всю неделю уже так, понимаешь? Всю неделю? Вообще, да, не может такого быть, не может быть, бро. Да вот на так, тебе кофеечку возьми, попей. Ну слышь, брат, ну кофе. Ты что, ты каблук или не каблук? Погнали с нами все-таки, мы договаривались, брат, ты забыл, что ли? Ну не знаю, просто один, не знаю. Не, ну чувак, ничего, да, начинай, ну ты сейчас делаешь всю неделю, то есть ты уже сидишь всю неделю, твоя жена куда-то уходит. Куда, вот с кем она, ну, уходит, всю неделю, знаешь? Там. Не особо. Ну, говорит, с подружками куда-то там гуляет. С подружками? А ты проверял? Вдруг там, на самом деле, какие-нибудь подружки с 30-сантиметровыми болтами, а? Угу. Какие-нибудь кавказцы, горцы, а? Подружки-кавказцы?
Да, подружки кавказцы, им по 35, а? Угу. Да. Ладно. Че, погнали, может, сами лучше починим? Да один, не знаю, пару часов не поработать, ничего страшного. Сложно как-то, не знаю. А че сложно? Че ты ломаешь? Че ты как баба себя видишь? А знаешь, Сеня, вот, и ладно, хорошо, Сеня, оставайся, знаешь. Вот я тебе могу рассказать историю, вот у меня был друг... Не-не-не, слушай, я расскажу тебе историю. Вот у меня был друг, да, Сеня, вот раньше я его знал, вот его звали не Сеня, он просто, он тоже здесь в хостеле там снимал. Вот, у него были яйца, понимаешь, такие два огромных стальных яйца, да. А сейчас я смотрю, переносит чувак, у которого нет яиц. Тебя что, кастрировали? Ты не смотрел. Ну я просто потому, что делаешь, вижу, что у тебя их нет. Ха, чё, значит, потому что они есть. Да вон, вижу, ладно, что их нет. Ты не смотришь? Хочу и смотрю. Ладно. В общем, ладно, поехали, я готов. Все, погнали, давай. Да, погнали, погнали. Ну вот, наконец-то яйца отрастил, пойдем. Да. Они и были. Да тебе кажется. Нет, были. Не было. Были. Не было. Ты спорить будешь? Да не было у тебя. Так давай ты на сню посмотришь. Ладно, может быть, но ты их потерял, когда женился. Ладно. Вот и все, вот и правильно. Лучше молчи, пока я тебя не закопал дальше. Блин. Так где лифт-то? Так, а ну что, Сень, да? Не? Что? Может показать все-таки, не? Да его показать, успокойся, пойдем. Нас уже ребята должны ждать внизу. Я вот с тобой долго вопрос решал, думал, вообще первый придем, будем их ждать, но в итоге ты со своими этими яйцами несуществующими, этими мифическими существами тупо твоими, да? Да какой несуществующими, я говорю, давай покажи. Да нет у тебя, я тебе говорю. А здорово, мужики, здорово. С нами еще Сеня будет, с нами еще, ребята. Здорово, мужики, да. Так, че? Здорово. Вы уже звонили там, типа, спускается девушка? Нет, не звонили. Ну все, значит, я сейчас позвоню, давай, сейчас позвоню. Алло, здравствуйте, это Империя Скайбар? Алло, да. Ну, мы тут, короче, с ребятами снизу, у нас 1, 2, 3, 4, 5 человек, у нас 5 человек по пальцам, считал просто. А можете спуститься, у вас будет столик, в общем, мы хотим випку занять, випка у вас будет свободна сейчас? Да, сейчас посмотрю, да, есть. Ну все, хорошо, мы тогда снизу стоим, ждем, спуститесь, встретитесь на, пожалуйста, да, девушка. Да, хорошо. Все, хорошо, давайте, все доброго, ждем. Витя, у меня есть, посмотри, телефон. Витя, есть. Какие, отойди, боже, что ты им показываешь, он, да, он Google картинки открыл. Мне яйца свои показывают. Он Google картинки открыл, это не его яйца, у него их нет, он кастрирован. Ну да, точно. Что ты меня обманул? На Google картинки себе открыл. Говорит, яйца у меня есть. Здравствуйте, вы на Skype. Здравствуйте. О, девушка. Здравствуйте. Так, можно ваши паспорта, пожалуйста? Да, вот наши паспорта, пожалуйста. Показывай свои. Показывай свои, реально. Так, все, хорошо, вот держите паспорта. Пробейте, пожалуйста. Девушка, скажите еще что-нибудь, пожалуйста, чтобы ты ее пробил. Спасибо, очень приятно. Брэндон, давай, показывай свои. Ей 18 вообще есть? Кому ей, не знаю. Все хорошо, да. Паспорта-то верните, девушка. Чё стоите, пойдем. Пойдем. Девушка, а паспорта вернете, девушка? Так, да, вот, это наши паспорта, значит, так, пацаны, там, мой паспорт отдай, бро. Так, хорошо. Ну, мой, давай. Это мой? А кто забрал мой паспорт? Это мой? Вот, это мой, да? Ты уверен, что это мой? Все, мой у меня. Да, это твой. Так, ну что, погнали, пацаны, погнали. Так, хорошо, заходим, опа. Давай. Так, вызывает лифт. Все, погнали, ну все, сейчас уберды будем, заходим, мужики. Блин, лифт такой что-то тесный. Тесновато. Девушка, Брэнд, с нами, что ли? Там от девушки, тогда двинься, я смотрю, ты что-то прямо с ней жестко там к ней подбегаешься. Ребята, не... Да тихо. Да не толкайся. Ей нравится. Ой, она напугана, она смотри, даже дар речи потеряла. Под дубинками. Стоянно вообще лифт, мы ее испугали в натуре. Давайте. Да, Брэндон, давай веди себя нормально. Что ты как обезьяна ведешь себя, Брэндон, а? Приехали, ну, нормально, отлично. Залетаем. Да, пройдемте. Ты снова заговорил, да. Так, хорошо. Так, я помню. Вот наш Империя Скайбар, ребята, наконец-то, сколько лет, сколько зима. Нормально. Проходите вперед. Да. Все, получше, блядь. Так, ну что, чуваки, наша законная випочку, да, наша законная. Пойдем. Вот ваш столик. Да, все, спасибо. Чуваки, садимся. Присаживаемся, мужики. Я невоспитанные. О, Какие, кто? Да, что-то про тебя, Брэндон, сказал, говорит, что ты волосатая обезьяна. Ну что, чуваки, как бы, всегда поменяемся, мы обычно по-другому сидим, что-то я подумал, не канон. Да, не канон. Мне нравится здесь сидеть, здесь постоянно подносят быстрее все это дело, да? Я помню, ты рассказывал, что я отсюда сплю. Так, официант, ну кто-нибудь придите, что, музыка дома, там, слышишь, Томас, сбегай, позови кого-нибудь, это капец. Что-то это. Ну сейчас я позову. Давай, сбегай, пригласи, позови. Так, ну что, мужики, давно не собирались. Ща, расскажите, что там, как у вас вообще было, что кто делал, да? Да, я привел. О, привел, девушка, здравствуйте. На, значит, все как обычно. Значит, да, вот того-сего, коленчик, значит, берды, вот
Ну вот все, все как обычно мы берем. Ну здесь частенько у вас раньше бывали, думаю, знаете, да? Да, да, конечно. Вот смотрите, как мужики там развалились, вон ребята, смотрите, вон справа здесь сидят, смотрите, как развалились, прям вообще сидят. Особенно я, альфа-самец. Да, особенно он, Джеймс. Все, давайте, мы ждем, ждем, ждем. Ну вот так вот, мужики, значит, да. Хотел вас кое-что спросить, вы же от меня ничего не скрываете, да? Мы же всегда честны друг с другом. Да, да? Ну нет. Конечно, да, конечно. Просто до меня дошли слухи, что кто-то из вас, ребятки, ну, не совсем честен со мной, понимаете? Да, понимаете, вот такие чего? Вот слухи дошли. В каком смысле? Что ну, в смысле? Ну, слухи на то и слухи, как бы, да? Ну, я вот тоже рассчитываю, что это всего лишь слухи, но кто знает, то знает. Ладно, давайте забудем про эту всю фигню, сейчас нам принесут то, что мы заказали. Пока, Томас, расскажи, что вот ты делал на днях, вот как мы приехали, что там у тебя за история-то? Я думаю, что-то говорил. Интересно, по телефону. По телефону прям что-то там мне хотел сказать, но сказал вживую, да? Что там случилось? Да, там такая история была. Но я, когда проснулся, я очень смачно прям так очнул, да. И потом, короче, меня позвонил мистер Донг, сказал... проведать одного человечка там. Mm-hmm. Очень, ну, короче, ты понимаешь, да, я думаю? Чё? Нет, вот, не понимаю. Не, ну, в смысле, ну, как вот мистер Донг просит проверять людей, да? Я весь день почти провел за тем, чтобы найти его, потому что этот же тип скрывался. Ну, а потом, короче, я что-то так подумал, поеду покупаю картошку. Ладно, короче, ничего не заработал на Донг, как обычно, да, 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 ну ладно, ладно, понятно с тобой. А ты, Тимми, что нам расскажешь, что у тебя интересного было? Ну, знаешь, мне особо нечего рассказывать, ты же знаешь, я обычно такой занятой человек, постоянно в делах, поэтому у меня попросту времени особо занятой не было. Занятой в делах, говоришь, ну как скажешь. Да, головой занятой. Все понятно с тобой, даже ничего не поделишься с нами, с друзьями своими? Ну, а что тут делиться? Я занят, ладно. Вам, наверное, не будет интересно, поэтому я, пожалуй, не буду рассказывать. Понятно, понятно, Тим, понятно. Ну, ладно. Ну, а ты, Брэндон, можешь что нам поведать? Что там, что, как дела-то твои? Что там делал, а? Расскажи. Занимался, да. Приехал, а? Последние дни просто сущий ад. Я очень рад, что ты меня вытащил, потому что, представляешь, ко мне приехала теща и живет теперь у меня. Помянем. Я думал, как от нее избавиться, и понимаешь, ей вообще никак не объяснить. Какая теща, братан? Ты же сказал, что у тебя там нет никого. Так слушай дальше, слушай дальше. Так, погоди, слушай. Ей вообще никак не объяснить то, что с ее дочкой я расстался еще полгода назад. Ага. Вот, на самом деле. А представляешь, дочка-то? Сюрпризом! А, нифига себе! А ты любишь вот сюрпризом, это да, получается. И вообще никак не объяснить. Она у меня живет, прописалась просто. Понятно, понятно, понятно все с тобой. Ну ладно. А где там наши эти напитки, кальян, ё-моё, девушка! Здравия, девушка! Приносите сюда быстрее!